Ну что ж, друзья мои, самое время нам отправляться в нашу зеленую дверь, я так думаю. Я даже должен сказать по-набоковски, что, кажется, дождь перестал. Так что можно как раз успеть. Ну вот, шоу я тут размышлял. Значит, каково было Пушкину во время венчания. Как это все происходило. Представляю, сколько было гостей ныне, как говорится, имена которых в книжных шкафах красуются, если еще книжные шкафы у кого-то остались. В общем, да, почему-то этот вопрос меня не оставляет. Вроде бы это действительно именно эта церковь. Там тем более рядом этот памятник, который москвичи прозвали «Два таракана». Но комментировать не буду. Мне, честно говоря, все равно, как его прозвали, так же, как и на сам памятник. Памятники вообще, друзья мои, это такая проблемная штука. О, каштаны, кстати говоря. Вообще мало хороших памятников на самом-то деле. Да и вообще не моя тема. Это вот Шехтельский особняк. Здесь что-то какая-то тоже магия творилась. Не буду сейчас говорить. Ну, по-моему, что-то связано с Горьким и Брюсовым. Но это все надо проверять. Я пока не готов. Так, вот у нас там впереди Большая Никитская, где, собственно, я учился. Да, вот, видишь, какой особнячок, да? То есть вот это все элементы росписи, вот этого декора. Это вот все Шехтель, это вроде бы я тебе точно могу сказать. А, ну-ка. Вот тут написано как раз, пожалуйста. В этом доме, видишь, Ромен Ролана с Максимом Горьким встреча. Да. Ну, я же говорю, Горький. Но мне кажется, еще и Брюсов. Ну, ладно. А дом Брюсова, кстати, я обнаружил счастливым образом около аптекарского огорода МГУ. Ну что, друзья мои, помолясь, пойдем в зеленую дверь. Сейчас я пытаюсь понять, каким образом туда идти. А, вот, поэтому по бульварному кольцу, между прочим. Более чем. Вот сейчас вот идешь Трубная, сейчас налево. Потом Сретенский бульвар. Ну и, собственно, мы и дошли. Да, я думаю, что хороший выбор. Пошли. Так и пойдем сейчас налево. Эх. И вы мне еще рассказываете.